друзья, если вы пропустили первую часть данного видео, то перейдите на нее, вы узнаете подоплеку. Но суть такова, что мы сравниваем FX Audio FX 502 S Pro с огромным количеством усилителей значительно более высокого класса. И вы сейчас будете прослушивать музыкальные композиции и, конечно же, без труда узнаете, где звучит усилитель за 5000 рублей, а где звучит усилитель за 150-180 тысяч рублей, если бы вы покупали такой новый в ритейле. У нас в программе Denon PMA 1500 AE, Marantz 8005, Marantz PM 8003, Marantz PM 8001. Играются композиции. Где что играется, предоставляется определить вам. Наверняка вы сразу узнаете, где играет класс D, где играет класс AB. И напишите. Композиции идут под номерами. Как вы думаете, какой аппарат проигрывал ту или иную композицию? А после этого я посмотрю ваши выводы и ответы. И мы все это подведем в итогах в третьей части. Для чего нужно было это видео? Ну, потому что, ребята, просто очень много таких вот отзывов, когда просто люди ругаются без понимания, как звучит какая-то модель. Ну, просто из принципа, раз это класс D или класс этот, или такой аппарат, то вот все, значит, это будет так. Вот, ребята, давайте сейчас и оценим, послушаем, какой процент людей легко определяет, где что играет. Тем более, разница ценовая между этими моделями гигантская. Я имею в виду FX 502 и класс AB. И перейдем тогда уже к третьей части. Начинаем. У шамана три руки. У шамана три руки. У шамана три руки. И крыло из плеча. И порою сам себя не узнает, а распахнута душа, надрывается, поет, надрывается, поет. Надрывается, поет. У шамана три руки. Мир вокруг, как темный зал. На ладонях золотых нарисованы глаза. У шамана три руки. У шамана три руки. У шамана три руки. И крыло из плеча. От дыхания его разгорается свеча. И порою сам себя, сам себя не узнает, а распахнута душа, надрывается, поет, надрывается, поет, надрывается, поет. У шамана три руки. Вокруг, как темный зал, на ладонях золотых нарисованы глаза. Видит розовый рассвет, прежде солнца самого оказалось.
кто не знает ничего. Treat you.
Hide your heart from sight. Lock your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars or you might stumble. Someone drops a sigh and down you tumble. Keep an eye on spring. Run when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be. And it happened to me. Your dreams at night. It could happen to you. Hide your heart from sight. Lock your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars or you might stumble. Someone drops a sigh and down you tumble. Keep an eye on spring. Run when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be. And it happened to me. Your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars or you might stumble. Someone drops a sigh and down. Yeah.
your heart from sight. Lock your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars or you might stumble. Someone drops a sigh and down you tumble. Keep an eye on spring. Run when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be. And it happened to me. Your dreams at night. It could happen to you. Thank you.
помчался на серебряном коне. И встречали нас танцоры, барабанщики, трубач, 48 дирижеров и один седой скрипач. Это был чудесный бал, и художник на манжете мой портрет нарисовал. Хоть поверьте, хоть проверьте, приснилось ночью мне, будто принц за мной примчался на серебряном коне. И встречали нас танцоры, барабанщики, трубач, 48 дирижеров и один седой скрипач. Это был чудесный бал, и художник на манжете мой портрет нарисовал.